В первую очередь, я бы изменил, наверное, тоже сложный вопрос, что изменить в России. Изменить в России нужно людей, как мне кажется, их мировоззрение, их желание нажиться во что бы то ни стало, искать выгоду во всем, причем выгоду через какие-то хищнические, так сказать, методы, да, там, ограбить другого, унизить его, поставить статусно его ниже, под себя подмять, нажиться на нем. Это вопрос, мне кажется, такой достаточно вечный, и наверняка он все-таки нерешаемый, наверное.